Сегодняшнее мероприятие прошло на высоком уровне, и я как руководитель Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге от нашего коллектива, от нашей узбекской диаспоры, которая проживает на территории Свердловской области, ну, в целом на Урале, хотим выразить слова благодарности прежде всего патронажу этого мероприятия Саиду Шавкатовне, руководству нашей страны, руководству фонда за такое трепетное отношение к популяризации нашей культуры, наши танцы за рубежом. И вот этот визит дал огромный толчок популяризации нашей культуры здесь, на территории Уральского федерального округа. Большая честь увидеть государственный ансамбль танца «Бахор» именем Карам Тургымбаевой. Для нас выпала огромная честь принимать этот замечательный танцевальный коллектив во время фестиваля мировых культур в городе Вуарон во Франции. Для французских зрителей они показали искусство узбекского танца и музыки. Теперь я еще счастлив и рад снова посмотреть их танцевальное искусство. На самом деле ансамбль «Бахор» является носителем культуры и традиций Узбекистана. Я очень счастлива встретить на моей родине государственный ансамбль танца «Бахор». Это огромное удовольствие, это феерия красок. Девочки очень утонченные, они восхитительные. Я с огромным удовольствием смотрела концерт и советую всем, потому что Бахор – это весна, это расцветающее сердце у каждого. Я очень люблю этот коллектив. Я желаю Бахору счастье, процветание, и чтобы было много гастролей, и чтобы мы встречались еще и еще. Сегодняшнее выступление ваше мы приурочили в рамках нашего фестиваля «Танец душа народа». Это крылатая фраза нашего создателя Фазият Гамовича Гаскарова, вот, чье имя как бы наш ансамбль и носит. И когда к нам поступило предложение принять заслуженный народный ансамбль «Бахор» в наших стенах, мы с удовольствием согласились, потому что Узбекистан, она как бы исторически является как таким тюркским народом, который очень близка к башкирскому народу. И сегодня вот на концертах, видя танцы, красочные костюмы, мы убедились, что орнаменты и в костюмах, там в зелянах, там все есть что-то схожее. Выражаю большую благодарность то, что именно выбрали наш город, город Уфу. Также вас и в будущем ждем вас, и с нетерпением ждем вашего юбилея, где мы тоже примем участие. Бахор – это, конечно, это визитная карточка Узбекистана. Это жемчужина, на которую можно любоваться и получать удовольствие постоянно. Большое спасибо организаторам, художественному руководителю, директору, ну и, конечно же, фонду развития культуры и искусства Узбекистана за то, что мы имеем счастье лицезреть такое великолепное шоу. Это действительно просто огонь впечатлений. Если честно, я не ожидала, что будут такие впечатления от концерта. Мы тут поражены изяществом ансамбля «Бахор». На мастер-классе мы обменялись культурами их народа и нашего, и поняли, что башкирский народ и узбекский очень схожи по темпераменту, и это был очень классный и хороший опыт для нас. Надеемся, то, что мы не последний раз так видимся, потому что передача опытом, то, что мы обменялись таким большим опытом, это дорогого стоит. Какие-то изюминки. У нас, например, в ансамбле есть узбекский танец «Лязги». И какие-то фишки, скажем так, мы не знали. Это для нас большой опыт, потому что девочки нас многому чему научили. И то нам не хватило времени, да? Надеемся, мы еще увидимся с ними. Была взаимная любовь у нас с ними, мы влюбились в них. Они схожи с нами и по внешности, как-то близки мы, похожи. И такая теплая встреча была у нас. В общем, мы в восторге. Вот эти пластичные руки, взгляды, а такие женственные, вообще классно.
Ассаламу алейкум. Ташкент, Узбекистан, привет. Сегодня здесь, в Казани, на Татарской филармонии, был такой шедевральный концерт ансамбля «Бахор». Впечатление не описать словами. Что это было? Это было просто вот огромные большие пальцы. Спасибо огромное, Котакон Рахмат, всем организаторам. Это было чудесно. Друзья, это было шикарно. Корошкюнча. Бахор!